Не дают партнерскую программу из-за каких-то нарушений авторских прав. Можно ли удалить все и начать на этом канале новую тему? Или лучше создать новый канал? Я не знаю. Скорее всего, если у вас были нарушения, какие? На какие видеоролики? Когда они пришли? От кого они пришли? Я не гадалка, я практик. Вам проще всего прийти к нам на консультацию, сделать аудит канала, посмотреть и принять решение. Может быть, от того, что вы перезальете это видео на новый канал, там тоже будут авторские права и нарушения. То есть надо понять, за что именно. Потому что когда вы пишете, что из-за каких-то нарушений авторских прав, то я читаю это, что вашему каналу пипец. Пора барабан.